Видео подготовлено каналом Уроки ТВ номер 11 из раздела «Подводим итоги. Десятичные дроби». Задание А. Вырази в метрах 3 сантиметра. В одном сантиметре 100 метров, значит 3 сотых. Получается 3 сантиметра 3 сотых метра. 70 сантиметров – это 70 сотых или 7 десятых метра. Выполняем сокращение. 3 метра 48 сантиметров – это 3,48 сотых. 3,48 метра – это 3 метра 48 сантиметров. Выражаем в тоннах. 20 килограммов. В одной тонне 1000 килограммов. Значит, 20 тысячных у нас получается тонн. 20 килограммов – это 20 тысячных. Проводим сокращение, делим на 10 и получаем 2 сотых. 1000 разделить на 10 – это 100, 20 разделить на 10 – это 2. 0,2 сотых тонны. 200 килограммов – это 200 тысячных. Разделим на 100, получаем 2 сотых. 2 десятых на 100. 2 десятых. 0,2 десятых тонны – это 200 килограммов. 1 тонна 500 килограммов – 1,500 тысячных. Делим 500 на 100 – это 5. Делим 100 на 1000 на 100 – это 10. Получается 1,5 десятых тонны. Выражаем в рублях 2 копейки. В 1 рубле 100 копеек. 2 копейки – это 2 сотых рубля. Получается 0,2 рубля. 90 копеек – это 90 сотых. Сокращаем на 10, получаем 9 десятых. 0,9 рубля. 10 рублей 25 копеек – это 10,25 сотых. 10,25 рубля. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.